«Игромания» представляет. Этот выпуск «Игромании анбоксинга» начался неожиданно. А если быть точным, это начало состоялось еще в пути. В пакете от Pony Express с содержательной надписью «Игрушка» нас ждала коробка, которую уже основательно поанбоксили до нас. Знаете, крепко так поанбоксили. Ну, коленом, наверное, приложили. Не иначе. Доставка Pony Express. Доверьте нам ваш фамильный фарфор. Аккуратно срезаем полиэтилен и достаем то, что осталось от коллекционного издания Company of Heroes 2. Это крепко как приложили-то. Сходу и не выровняешь. Прежде чем попасть в руки курьеру, коробка, кстати, была отличная. Смотрите, какие красивые выпуклые танки на обороте. Извлекаем содержимое. Похоже, оно почти не помялось. Диск. До него дойдем чуть позже. И танк на постаменте. Металлический. Закреплен. Нет, разрезать не получится. Попробуем с другой стороны. Откручиваем проволоку. Одну и вторую. И вот, собственно, сама боевая машина. Мы бы предположили, что это легкий Т-50. Хотя сейчас наверняка набегут фанаты World of Tanks и влепят нам минус, мол, нет, все не так. Так что, знаете, мы будем придерживаться более осторожной формулировки. Это танк. Башня, кстати, не крутится. Эта картонка явно часть упаковки, но и тут лака не пожалели. Осталось только то, что в коробке с диском. Дисков, кстати, заметим, два. Да, на PC так бывает, господа консольщики. Бывает и по три даже кладут. Загружаемые игровые материалы и код для их активации. Инструкция по эксплуатации, то есть как нажимать кнопочки. И, наконец, основной код игры. Кто первый, тот и унес. Засим анбоксинг объявляем закрытым. Фактически это диск для PC и железный танк в одной упаковке. Причем, как оказалось, довольно хлипкой упаковке по меркам российских курьерских служб. Спасибо, хоть танк не погнули.